снято при поддержке фирменного салона Samsung в мега-белой даче. Всем привет, дорогие друзья, с вами обзор и зверье, и сегодня я вам расскажу про замечательный телефон Samsung Galaxy S3. Да, это бомбовский аппарат, он белого и синего цвета, и сразу потрясающая функция, можно смотреть поездки на метро. Да, это меня впечатлило, так что оставайтесь со мной и ставьте лайк. Итак, новая серия обзоров про Samsung. Перед нами Samsung Galaxy S3. Такое сложное название заводское — Samsung i9300. В простонародье называется Samsung Galaxy S3. Обладает процессором 1,4 ГГц. Реально, когда я даже увидел экран этого аппарата, я просто был в таком шоке. Это экран, реальный экран. 4,8 дюйма. AMOLED HD экран. Знаете, смотреть фильмы, смотреть какие-то фотки, делать фотки, снимать видео, смотреть фильмы на нем и играть в игрушки — одно заглядение. Единственное, мне вот не понравилась эта задняя панелька. Смотрите, она такая прям глянцевая-глянцевая. Она реально будет царапаться, и лучше для него присмотреть чехол. Хотя в белом варианте он не такой глянцевый. Сзади камера на 8 мегапикселей, она снимает видео в HD 1080. Насчет фотографий, вы можете без проблем делать их с разрешением 3264x2448. Снизу находится вход для вашего USB порта, который идет в комплекте, плюс зарядное устройство в сеть. Также сверху можно подключить наушники, и сбоку у него клавиша включения. Аккумулятор на 2100 мАч. Если вы будете в него реально играться, то на полдня хватит. Так, ну я думаю, день он точно будет держать, если вы будете в нем средне копаться. Если, конечно, играть в игрушки, то часа, наверное, на 3. Наушники стандартные в комплекте, можно менять резиночки. Вот он, камень для компьютера, присоединение в сеть. Он приобретает функцию зарядки. Что дальше про него можно сказать? Есть встроенная GPS-навигация. Вы можете путешествовать в машине, можете путешествовать пешком. Вы никогда не заблудитесь. Насчет экрана еще. Вот 4,8 дюйма, сами вдумайтесь, это практически планшет. Но HD AMOLED экран, кстати, с разрешением 720x1280 пикселей. Он просто изумителен, честно говоря. Сзади можете вставить карту памяти, симку и, соответственно, сам аккумулятор. Памяти в телефоне 1024 мегабайта, это оперативный. Максимальный объем карты памяти 64 гигабайта вы можете сюда вставить. Задняя крышка довольно-таки хлюпкая. И когда ты ее открываешь, вот ты то и дело боишься, что она сломается. Это меня насторожило еще раз по крышке. Просто очень стрёмно. Замечательная функция NFC есть в аппарате. Вы можете при помощи ее где-то, может, в Европе, в Америке рассчитываться, если у вас есть сим-карта там с NFC, которая через оператор. Но в России это мало работает. Вы можете просто прикладывать билетики от метро. Да, это возможно. Либо в журналах искать какие-то NFC-кода. Да, это вы можете. Больше от этой функции ожидать не стоит. Возможно, там играть в игрушки. Вот так. Bluetooth работает на прием и на передачу. Для обладателей вообще Android, скажу, здесь операционная система Android 4.0.3, по простонародью Ice Cream Sandwich. Если вы ни разу не пользуетесь Android, ну, это небольшая проблема привыкнуть к операционной системе, потому что изначально очень много приложений в меню, ничего не понятно, но за 2 дня, я думаю, вы освоитесь точно. Все интуитивно понятно, но немножко набросано, да, меню очень всего много. Не как в других компаниях, там только значки. По весу аппарат 133 грамма. Он сделан из пластмасса и довольно-таки легкий. Спереди стеклышко. Есть автофокус при фотосъемке и при видеосъемке. Так что без проблем вы раскроете свой творческий потенциал. Так, про экран мы сказали, про GPS мы сказали. Задняя крышка не ахти.
аппарат громкий, скажу вам. Он довольно-таки громкий, если вы будете смотреть фильм. Есть офигенная функция, как картинка в картинке. Что это означает? Сейчас я вам покажу. Вот перед вами белый цвет. Если вы смотрите какой-то фильм, какой-то ролик, вы его смотрите, нажимаете на клавишу «Картинка в картинке» справа внизу. Сейчас мы нажмем, бац, и вы перемещаетесь на рабочий стол, и вы можете дальше продолжать делать свои дела и смотреть свой фильм. Всем спасибо, дорогие друзья. Подписывайтесь на новые ролики, не забывайте ставить лайк. С вами был Зверьё. Всем спасибо, всем пока! Снято при поддержке фирменного салона Samsung в мега-белой даче.